Дагестанская делегация с гуманитарной миссией для жителей городов Бердянска и Мелитополя продолжает свой путь. Фуры остановились в Республике Крым. О том, как дагестанцев встретили представители местной власти и рядовые жители, расскажет Хамза Нурмагомедов. Гуманитарный груз из Дагестана успешно движется к своей цели. Полтора дня в пути и первая длинная остановка – город Симферополь. Сейчас мы прибыли в Симферополь. У нас дальнейшие планы – заехать в Севастополь. В Севастополе нас приглашает правительство, вице-губернатор. Хочет с нами встретиться, увидеться, поговорить. Дальнейшее сотрудничество, тоже гуманитарной помощи. Они больше знают, какие города, куда направлять гуманитарную помощь именно для нуждающих. Именно где наши солдаты, где лучше безопасные места. Ну, поэтому надо с ними связь держать и обсуждать, куда что лучше. В Севастополе дагестанцев встречает вице-губернатор города. В ходе беседы Сергей Толмачев благодарит братский народ за протянутую руку помощи в тяжелое для них время. Сюда также массово стекаются беженцы со стороны Украины. Хочу сказать спасибо еще раз муфтияту, меценатам из Дагестана, фонду «Инсан», которые оказывают серьезную поддержку беженцам, серьезную поддержку людям, которые сейчас находятся в Луганской Народной Республике, в Донецкой Народной Республике. Вам за это большое человеческое спасибо. В Севастополе беженцев у нас много. Порядка 7 или 8 тысяч беженцев уже прошло через штаб «Мы вместе Севастополь», вот где мы находимся. Есть то, что необходимо для Луганской и Донецкой республики. То есть это все, ну, это постоянная необходимость, и поэтому та помощь, которую оказал Дагестан, муфтият Дагестана, меценаты Дагестана, фонд «Инсан», ну, это очень важная и необходимая помощь. Дагестанцы рассказали, что на этот раз они везут продукты, а это около 50 тонн, на территорию Украины. Это стало возможным благодаря местному меценату Загидину Касумову и непосредственной организации поездки благотворительным фондом «Инсан». Благотворительный фонд «Инсан» уже не первый раз выходит за пределы нашей республики с гуманитарной помощью. Это уже у нас 4-й выезд. На этот раз мы хотим заехать в города Бердянск. Дальше есть еще планы. Другие города тоже. Фонд «Инсан» изначально создавался по принципу помощи всем нуждающимся, независимо от национальности и веры. По завершению встречи Сергей Толмачев вручил благодарственные грамоты за помощь населению представителю фонда «Инсан» и руководителю группы сопровождения. В свою очередь, дагестанская делегация подарила вице-губернатору книгу муфтия Дагестана «Благонравие праведников». После этой книги люди начинаются, очень многие люди правильно соображат и правильно думают, и где надо терпение, где надо терпение, где надо спокойство. Здесь все написано. И нет, еще одну я губернатору отдам, сейчас к нему поеду. Обязательно. Вот. Еще одну книгу принесите, пожалуйста, мне. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Уже завтра планируется доставить гуманитарный груз на территорию Украины, где среди малоимущих жителей пройдет раздача продуктов питания. Хамз Нурмагомедов, Мурат Магомедов, телеканал ННТ «Севастополь», Крымский полуостров.